Дорогие друзья, наша библиотека предлагает вашему вниманию книжную выставку «30 книг 30-летию независимости». Данная выставка организована нами в рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга», приуроченная к юбилею независимости Республики Казахстан. Цель данной выставки – популяризация казахской литературы, повышение интереса общества к чтению, сохранение литературного наследия Казахстана. На данной выставке – представлено 30 лучших произведений избранных авторов, таких как Ибрайл Тансарин, Дулат Исабеков, Думан Рамазан, Марат Кабанбаев, Жумекен Нажимиденов, Бердебек Сакпакбаев и многие-многие другие. Красной нитью проходит имя поэта, чье творчество уйдет в века. Мы низко склоняем голову перед величием поэта Мукагали Макатаева. Дорогие друзья, приглашаем всех вас познакомиться с книжной выставкой «30 книг 30-летию независимости».